Снова здравствуйте, снова здравствуйте. Мы в следующем отеле нашего путешествия. Они здесь очень близко друг к другу. Мы все на том же самом острове. Вот ресепшн нас приветствует следующего небольшого отеля. Вот так вот он выглядит. Буквально все так вот по кругу. И вот я с вами. Отель небольшой. Сейчас пойдем послушаем, что нам расскажут. Я вам расскажу. Ну, компактный маленький отельчик. Вот это их лобби-бар. Сейчас мы уже вот там вот будет территория, как вы видите. Отель работает по системе а-ля карт. Нет шведских столов. Несмотря на то, что отель находится, в общем-то, на острове, люди здесь есть. Отель маленький, но, в общем-то, клиенты есть. А я сейчас нахожусь около бассейна, как вы видите. Приезжайте на этот остров. Подольск, проспект Ленина, дом 147/49, офис 237. Татьяна Шацкова ждет. Приходите. Так, ну здесь вот, видите, барбекю готовят. Вот такой спокойный отель. Ну, как вы видите, за моей спиной остался бассейн, да? Вот здесь шаговая доступность, буквально море. Вот, смотрим. Сейчас я вам переверну, покажу. Друзья, вот так выглядит пляж. Он наш уже, водички плескаются. Видите, как кто-то отдыхает под навесом. Дорогие друзья, ну этот отель тоже 18+, отель только для взрослых. Для тихого, спокойного. Вот здесь два бассейна, тут еще один бассейн есть. Здесь хоть какая-то музыка играет, там без страны вообще релакс. Мы ходим, гуляем по такому красивому отелю. Прям с такими пальмами, с таким тенечком. Сейчас мы идем в номера. Пойдемте в номера, господа. Вот видите, как хорошо. Потому что более часто спрашивают, не только из-за пересадки. Дорогие друзья, вот этот номер. Ага, здесь есть кофемашина. Здесь есть кофемашина. Естественно, точно. Какие просто тебе капсулы чая? Их не существует. Пакетики есть чая. Нет. 7:30, вот все собираются тут. Здесь, потому 7:30. Вон, там, видите, йогой занимаются. Вообще, это для взрослых, забыл сказать. Сейчас утром занимаются. 18+.